прямо сейчас о происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. В Тюмени суд вынес приговор местному жителю, по вине которого 9 лет назад погибло несколько женщин. Со своей первой жертвой тюменец познакомился на улице в 2010 году. Они вместе выпивали, а у моста влюбленных мужчина повалил спутницу на землю и изнасиловал ее. Оставил потерпевшую на снегу. Женщина замерзла насмерть. В январе 2011 года история повторилась. В сентябре того же года жертвой изнасилования стала еще одна жительница Тюмени. Плюс ко всему, тюменец зарубил топором своего знакомого. Известно, что он уже был судим несколько раз за тяжкие преступления. На этот раз суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Следующие 21 год он проведет в колонии особого режима. Следователи в Ноябрьске не стали заводить уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в подвале дома. Напомню, останки человека обнаружили в 54-м доме по улице 60 лет СССР 1 июня. Личных вещей и документов у мужчины не обнаружено. По предварительной информации, тело погибшего в подвале находилось не меньше года. Известно, что смерть носила некриминальный характер. До настоящего времени поисковые мероприятия, направленные на установление его личности, не увенчались успехом, пока он числится как неопознанный. В Югре нашли тело мальчика, утонувшего более 2 лет назад. Страшная находка была сделана на берегу Оби в Нижневартовске. По предварительным данным, погибший ребенок 2006 года рождения, который пропал без вести еще в 2016 году. Тогда двое детей вышли на лед реки Обь и попали в полынью. Одному из них удалось выбраться, а другой ушел под воду. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка. Чтобы установить личность погибшего точно, экспертам предстоит провести генетическую и судебно-медицинскую экспертизы. На Ямале проводят проверку по факту ДТП с участием сотрудника МЧС. Напомню, авария произошла в Новом Уренгое утром 27 июня. По предварительным данным, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с «Ниссаном». Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован бригадой скорой в больницу. Известно, что за рулем «Тойоты» находился сотрудник 4-го отряда противопожарной службы. Главное управление МЧС уже начало проверку. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествие» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.